Привет, друзья! Я по-прежнему Вика Исаева, и я здесь, чтобы напомнить вам, жизнь прекрасна, даже после того, как праздники закончились. Надеюсь, у всех Новый год прошел хорошо, каникулы вам понравились. Надеюсь, вы успели под бой курантов загадать самое заветное желание, может быть, кто-то уже даже успел его реализовать. Как бы там ни было, сегодня мы говорим именно о том, почему некоторые наши желания не исполняются, несмотря на то, что мы съели бумажку сожженную и кинутую в шампанское, и произнесли наше желание четко под бой курантов, тем не менее некоторые желания почему-то остаются желаниями, фантазиями, а в реальность не материализуются. Те из вас, кто смотрит мое реалити-шоу «Глянец Лайф», уже знают, что есть 4 основных препятствия на пути к реализации наших желаний. Это страхи, это скрытые выгоды, это негативные установки и это идеализация. Ну, кто не знает, посмотрите реалити-шоу «Глянец Лайф», там все это подробно с примерами расписано. Но дело в том, что на праздниках я обнаружила еще одно очень большое, очень весомое препятствие на пути к материализации наших мыслей и на пути к получению того, что ты хочешь. Сейчас мы все себя проверим. Я себя проверила уже на праздниках. Вот подумайте прямо сейчас. Как вы относитесь к подаркам? Готовы ли вы получать подарки? Легко ли вам получать подарки? Если вам делают дорогой подарок, чувствуете ли вы себя просто радостно, чувствуете ли вы просто благодарность, или же вы чувствуете какой-то дискомфорт, неловкость, может быть, чувство вины, может быть, желание как-то тут же мигом отблагодарить человека, подарить ему не менее ценный подарок и так далее. То, как мы относимся к подаркам, на самом деле очень многое о нас говорит. Знаете, у нас в культуре подарки – это такая щекотливая тема, да? Девушка, которая принимает дорогие подарки, обычно, знаете, каким словом называют, не самым лицеприятным. И, честно говоря, такое отношение к подаркам очень вредно с психологической точки зрения. Дело в том, что если вы не умеете принимать подарки от других людей, то как вы сможете принять подарки от Вселенной? Допустим, завтра ваша мечта сбудется, да, и Вселенная подарит вам, не знаю, BMW X5, Land Cruiser, дом на Карибах, все, что вы хотите, все, что вы заказываете. Сможете ли вы просто спокойно принять этот подарок, испытать благодарность, радость, удовольствие, или же вы будете мучиться сомнениями? А чем же я за это заплачу? А что же вот теперь я буду должен, и кому, и как? А где же подвох? Вот наша любимая тема. Как только случается что-то хорошее, мы тут же начинаем думать, а в чем подвох? В чем подвох? Вот в чем разводка-то, да? Поймите, что нет никакой разводки. У нас у многих есть установка о том, что за все надо платить, за все хорошее надо платить, и платить дорого. Поэтому очень многие люди боятся получить, вроде хотят, но и вроде и боятся получить то, что они хотят, потому что боятся, что потом им придется за этим как-то заплатить. Там, например, я получу дом своей мечты, но вдруг там будут какие-то неподъемные налоги, вдруг его ограбят, вдруг он будет притягивать мошенников, вдруг мне будут завидовать мои друзья и так далее. Мало ли этих вдруг, да? Тот, кто ищет подвох, тот всегда его найдет, сами понимаете. Поэтому очень важно научиться доверять окружающим людям, окружающему миру и принимать подарки с благодарностью, без всякого чувства вины, без всяких комплексов. Дело в том, что возможно, вас всех терзает один большой вопрос, так же, как и меня. А нужно ли как-то платить за то, что дарит нам Вселенная? Вот заказали мы ей, и она материализовала то, что мы заказали. Нужно ли как-то за это расплачиваться? Если да, то как, чем, в какой валюте? Поспешу вас успокоить. Да, платить за то, что вы получаете от Вселенной в подарок, нужно. Но это всегда предоплата в энергетической валюте. Другими словами, если вы что-то получили, значит, вы уже своими мыслями, своими визуализациями, да, своими действиями, своим поведением, вы уже оплатили этот заказ, вы уже это заслужили, вы уже можете сейчас получить, наслаждаться, зная, что все. Вы со Вселенной, грубо говоря, ну как сказать, квиты, да, никто никому ничего не должен. Поэтому я вас очень прошу, учитесь принимать подарки с радостью. Будь то подарки от других людей, будь то подарки от вселенных, будь то подарки, сделанные самому себе, хватит испытывать чувство вины. Мы уже говорили о том, что это чувство ничего хорошего в нашу жизнь не приносит. Учитесь, практикуйтесь, я думаю, это будет приятная практика для вас. А я буду практиковаться вместе с вами, потому что для меня это пока тоже урок, который я еще не до конца прошла.
Ну, собственно говоря, все. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. С вами была Виктория Исаева. Я вас всех люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.